Я дико извиняюсь. Вы же актер. Вон. Только на премьер. Сериал про бандитов. У меня друган киносценарий написал. Которые снимают кино. Какое к дятлу кино? Про бандитов. Ух ты! Кино про бандитов. Это бомба. Оскар, не меньше. Сериал, в котором Дмитрий Нагиев не хочет играть в кино про бандитов. Я пас, без меня. Сериал, в котором Михаил Пореченков снимает кино про бандитов. Стоп! Снято! И в котором Наталья Бочкарева играет спутницу бандита. Легко. А можешь мне прямо по-честному сказать, а за что тебе такие бабки платят? Понял! Назад! Работа того всем нахуй! Ну, почему не по сценарию опять работаем, а? Номер морга! Номер два! Ошибка, нам нужен четвертый. Уходим! Кино про бандитов. Это? Смотрите только в онлайн-кинотеатре «Премьер».